30 хвилин. Керуючий автомобілем Citroёn Citroёn Дінго. Напевно, так читаю. Реєстраційний номер ВВ2870СВ. Рухався через село Новоганівка Краснодонського району Луганської області з боку міста. Даже будучи находясь под стражей, ответьте, пожалуйста, что мешает. Без удовлетворения, а избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений. У меня все ваше. Хотел бы сказать, что говорят, что он порядочный, хороший человек. Я когда сидел над малой, над своей погибшей дочкой, рядом возле меня стоял дедушка, говорит, он каждый день видел этого мажора, который летал, говорит, и он меня 2 раза загнал в кувет, говорит. Он говорит, летать, я ему показываю, дурак, куда ты летишь? А он, блин, как летал, так и долетался теперь, блин. Я хочу, чтобы осталось все на месте. Потерпелый депиша. Просто дорожно-транспортна пригода. Я вважаю, що доводити ризики повинен слідчий та процесуальний керівник затверджувати цю постанову, це клопотання. Але, як всі зараз чули, жодного ризику не доведено, крім слів слідчого. Тому вважаю, що поскольку на слідчий не довел наявність ризиків, а больше ни на кого это не возлагается, суд не имеет в этой части инициативы, защите это не надо. Поэтому я полагаю, что апелляция, поданная мной, подлежит полному удовлетворению. Не все. Маршрут. Не поддерживаю, прошу оставить перерыв. Да, потерпелый. Третьяков. Так. Ковтуненко. В интернете на самом деле это ж не то. Не то совершенно.